Доброго вечора. Сьогодні у нас в гостях Едгар Девлікамов, заступник муфтія Духовного управління мусульман України УММА, імам мечеті Ісламського культурного центру у місті Дніпрі. Едгаре, доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас, українці. Мусульманська громада Дніпра активно живе в Дніпрі, активно взаємодіє між собою. Як вона торкається життя Дніпра? Що вона робить у Дніпрі? Як вона взаємодіє з містом, з громадою міста? Розкажіть. Ну, мусульмане города Днепра очень активно ведут свою деятельность, свою жизнь, чувствуют себя как часть этого общества и постоянно, то есть активно участвуют во всех процессах, где они могут там быть. В том числе и мусульманская община. У нас есть прекрасное взаимодействие с конфессиями, которые присутствуют в нашем городе. Среди нашей общины есть активисты, волонтеры. Также, если говорить о сегодняшних днях, тяжелых для Украины, это те, которые защищают нашу страну на Восточном фронте. Так или иначе, мы часть общества. Активны каждый в своем русле, в своей сфере. Доктор лечит, имам проповедует, и инженер работает. Тобто окремого такого існування, обособленого окремо в місті, такого нема. Це є активна взаємодія з... Да, я бы не отделял и не говорил, что вот исламский культурный центр или мусульманская община это какой-то отдельный сектор города, который как-то живет и как-то взаимодействует. Я всегда говорю о том, что мы часть, мы каждый гражданин Украины, гражданин своего города. И на самом деле мы даже не всегда знаем о наших верующих, которые что-то где-то отличились, вот, мы о них можем и не знать. Вот они где-то живут, что-то делают, а потом получается, что это какой-то там украинец, мусульманин или татарин, мусульманин или врач какой-то араб, который прекрасно там провел операцию и вылечил, например, какого-то бойца. Після того, як Російська Федерація напала на Україну, окупувала частину території Крим, частину на Донбаська, Донецька та Луганська області, багато українців потерпають від дії загарбників. Вільні люди, які намагаються боротися з цим, якісь висловлюють думки, бажання, щоб Росія пішла. І активно на території півострову Криму Російська Федерація бореться з кримськими татарами. Ув'язнення, незаконні, безпідставні ув'язнення. Саджають, виносять вироки. Як громада мусульманська Дніпра на це реагує? Яке от ставлення до... Тож, наприклад, кримські татари, які переважно за своїм сповіданням є мусульманами, потерпають від дій агресора? В Дніпрі також є переселенці, кримські татари, активні люди, які були активними в начале аннексии Крыма и не смогли находиться в связи с своей активностью на территории Крыма и покинули свою родину, и сегодня Днепр стал для них новой родиной. Такие есть люди, и их также позиция продолжает быть активной здесь. И, естественно, мусульманская община Днепра осуждает любую несправедливость с точки зрения веры. Но мы не должны забывать, что там, в Крыму, у нас остались наши единоверцы. И мы, когда мы говорим о действиях властей, то есть мы можем говорить смело о действиях России как агрессора, и Путина и так далее, против народа, вольного народа, крымского, украинского и так далее. Вот, но иногда мы не можем анализировать детально, что происходит на полуострове Крыма по причине отсутствия у нас
есть прервалась, то есть прервался тот мост. Взаимосвязь. Да. Мы хотим, у нас есть там общины, которые были раньше с нами, у нас есть мечети, которые мы строили. Но на сегодняшний день, чтобы не вредить мусульманам, которые остались и не смогли по какой-то причине выехать, мы не можем активно вести или высказывать свой протест, хотя мы его высказываем. Так или иначе мы высказываем, мы не можем, как верующие люди, как мусульмане, мы не можем молча смотреть, как происходит несправедливость. И то, что Крым аннексирован, и то, что мусульмане в Крыму страдают от действий и законов России, это факт. И мы говорим о нем, и говорим о том, что эти законы несправедливы, как и несправедливо, в принципе, и эта аннексия, и вообще присутствие России там. Тобто, ну, загалом, от військові дії, бойові дії, які веде Росія на території Донбасу, що про них, як може оцінити громада мусульманська? І приймають участь, ви казали, що приймають деякі ваші єдиновірці участь у бойових діях на боці України. Є таке? Так, звісно ж, є. І буквально недавно, місяць назад, ми похоронили нашого бойця, прихожанина, активіста нашої мечеті Семена Румигіна, который был единственным сыном в семье, бабушка, которая была известный доктор в месте Каменском. Мы похоронили его. Он уходил с нашего... Его было на Донбассе, в счастье. Он уходил с нашего благословения. Какое наше отношение к войне? Еще раз мы повторяем, что там, где есть справедливость, там верующий должен стоять на защите этой справедливости. Для нас справедливость – это ценность. Поэтому мы отстаиваем эту ценность. И здесь, конечно же, не обходится без острых моментов, которые нам иногда трудно даются преодоление их. Например, это те же самые общины, которые остались на территории Донбасса, мусульманские громады. Те же даже якобы мусульмане, которые взяли оружие вместе с сепаратистами, вместе с Россией, и те же мусульмане, которые живут в России. В итоге в большинстве случаев все стают, в большинстве случаев, заложниками пропаганды, российской пропаганды. Мне даже приходилось удалять и блокировать в Фейсбуке имамов некоторых из России, которые, в принципе, они не понимают вообще, не то, что не понимают, они находятся в забвении, зомбированы. И для нас, например, наша проблема, украинская проблема, она чиста, она ясная, как белый свет. То, что мы жили мирно в своей стране, и тут пришел агрессор, который взял в помощь какую-то часть людей, которые жили вместе с нами, вот, и пытается забрать у нас часть территории под поводом... Чтобы сделать гадость, чтобы далее не дать развиваться Украине. Да. Поэтому, если я верующий, значит, я должен отстаивать ценность, справедливость. Я говорю, что агрессору не место на нашей родине, в нашей стране, так, ну, и защищая покараний, свой дом, защищая свой дом, мусульманин умирает шахидом, мучеником. Это факт. Повернемося до Дніпра. Едгаре, минулого року, ну, скоро буде рік, як мусульмани Дніпра, їм повернули мечеть. Давно, більше 100 років там була. Тому назад була 100 років назад, Херсонська 3 вулиця. Як ви там облаштувалися? Чи діє мечеть? Яка там ситуація з побутом і з роботою як культової споруди? Значит, действительно, мусульманская община города Днепра все-таки добилась возврата мечети, исторического культового сооружения, который принадлежал когда-то мусульманской общине. На сегодняшний день занимается вопросом Меджлис крымско-татарского народа во главе с паном Чубаровым, который является координатором полностью проекта возврата и восстановления, реставрации мечети. Поэтому сегодняшний этот вопрос, мы знаем, это не вопрос одного дня и не месяца, и даже не года. Если мы хотим вернуть здание, вернули его, но хотим его возобновить, его функционал, то это должно быть сделано лучшим образом. Поэтому, наверное, это растянется на несколько лет. На сегодняшний день, насколько мы знаем, то есть, была куплена школа для деток, в которой тоже
Меджлис обязался сделать ремонт для того, чтобы дети могли полноценно вести свою спортивную жизнь. Уже рік прошло. Як там ситуація з школою? Це на Богдана Хмельницького? Да, це на Богдана Хмельницького школа. Да, то есть строительство или ремонт, восстановление идет все в процессе. А дети займаються? Десь ще не знаєте? На даний момент у мене немає інформації. Перейшли ли діти, або ще не перейшли. Да. Якщо порівнювати світові релігії, які, ну, світові, загальні світові релігії, то мусульмани, вона є така наймолодша релігія. Там християни давніші, там буддисти ще набагато давніші. Чим вона відрізняється, чим вона схожа з іншими релігіями? Наприклад, там християнство, там, ну, дуже схоже. Там Авраама однаково існує і в мусульманстві, і у християн. Там з буддистами, ну, важко, більш важко так порівнювати. Я, наприклад, кажу, така світова релігія. Ось, як світова релігія, чим вона відрізняється, які є особливості у мусульманської релігії в порівнянні там з іншими світовими релігіями? Ну, наверное, то, что я сейчас скажу, может быть, для многих это будет таким сюрпризом или то есть, что-то, чем-то того, что они не знали. На самом деле, главное отличие ислама, даже если в рамках трех мировых религий – иудаизма, христианства и ислама – является то, что мусульмане или учение ислама предполагает веру в всех пророков, в которых верят иудеи и христиане. То есть Авраам, Моисей. Да, Авраам, Моисей, Иисус – это почитаемые исламом пророки. Когда мы говорим именно Авраам, Моисей или Иисус, мы обязаны сделать приставку «мир им», тем самым отдавая почтение пророкам Божьим. Конечно же, этого мы не найдем ни в христианстве, ни в иудаизме, где каждая религия остановилась на том пророке, который принес им Писание. Вот. Но так как Мухаммад с точки зрения учения ислама является последним пророком и печатью пророков от того же самого Бога, от которого пришел Авраам, Моисей, Иисус, то Мухаммад, естественно, пришел с подтверждением учения и веры предыдущих своих коллег, собратьев, пророков, и мусульмане таким образом обязаны не только почитать, но и верить в пророчества предыдущих пророков и, естественно, и писания, которые были у этих пророков. Поэтому мы можем сказать, что мусульманин обязан верить в Евангелие. Но для кого-то это будет сюрприз, как я сказал. Мусульманин обязан верить в Тору. И это есть а одно із отличительних черт іслама. Ну, ворожого ставлення до інших релігій в мусульманстві не присутнє, наприклад, до того ж християнства. Так, ну і не може бути в основі. Чому питаю? Тому що, якщо згадати, здається, Достоєвський був там, брати Карамазови, там описувалася ситуація, що мусульмани хотіли змусити якогось християнського хлопця повірити в, ну, визнати Аллаха, і щоб він, іначе вони позбавлять його життя. Так якась була ситуація. Це є видумка, насправді загалом такого не існує. Так, я відповім коротко. Може бути, це чия-то художественна мисль. Может быть, это какая-то искаженная историческая сводка. Но есть у нас реальность. А реальность такова, что если мы откроем учение Коран и посмотрим, то увидим, как Всевышний говорит четким текстом, коротким, отчетливым, сказано, нет принуждения в религии. Нет принуждения в религии. Это правило для каждого мусульманина. То есть я не имею права заставить ни свою жену, чтобы она верила, ни своих детей, ни своих соседей, ни друзей, ни мать, ни отца верить в то, что верю я. Однако же призывать и увещевать, и по-доброму вести спор или по-доброму вести дискуссию с представителем противоположной религии, не противоположной, а другой религии, любой конфессии, то я могу это делать. Но не каждый мусульманин иногда владеет искусством мудрости, искусством ведения диспутов, диалогов и так далее, и перегибает палку. И также есть и течения радикальные, да, мы знаем все о них, да, которые, в принципе, за собой у них
них нет никакого теологического следа, каких-то ученых, которые бы поддерживали их. То есть это уже псевдоучение, это уже своего рода сектантство, да, плоды которого мы видим сегодня. Там, например, расстрел там, в Египте коптов и так далее. Но придите к любому имаму, любому проповеднику, мусульманину в любой стране мира, во всем, и он откроет вам Коран и покажет вам этот стих, в котором сказано «нет принуждения в религии». Тобто, якщо там іноді буває, спілкуєшся з людиною, він каже, мусульмани, вони найзліші, вони найбільше злого зробили, така зла віра. Я кажу, ну, ти подивись, вивчай там історію, подивись, наприклад, там католики чи протестанти, згадай там Христові походи, згадай Другу світову війну, там Третій рейх, це все були християни, ну, більшість з них. І вони набагато за історичний період набагато зробили гірше, ніж там мусульмани за там то якісь там захват, ну, війн таких глобальних, як були християнська цивілізація, там загарблення, наприклад, знищення індійців в Америці. Совершенно верно. У мусульман такого не було. Совершенно верно. Да. До Дніпра знов повернемось, так, щоб ми загально і до Дніпра, щоб було цікаво усім. Людина живе у Дніпрі. І вона вірує в Аллаха і вважає Мухаммада його пророком. Куди цій людині піти, як її зустрінуть мусульманська громада? От як бути цій людині, куди їй іти? Ну, звісно ж, цей чоловік, він обов'язково знайде свій дім, дім Аллаха, це мечеть, це храм, в котором созданы все условия для того, чтобы он мог исповедовать и практиковать свою веру. На сегодняшний день, кто бы ни пришел к нам, я часто задаю ему вопрос, как вы нас нашли? Он говорит, интернет, мечеть, Google и так далее. То есть, путь к нам легкий, находимся мы в центре города, инфраструктура нашего исламского центра очень развитая, у нас есть место для молитвы, мечеть, большая мечеть на 250 человек, отдельно женская мечеть небольшая, также есть большая библиотека, в которой каждый, не только мусульманин, а в принципе и любой горожанин нашего города, то есть может взять для себя интересующую литературу для того, чтобы ознакомиться с исламской культурой. В принципе, мусульманин, который придет, и не мусульманин, любой человек в наши стены, то обязательно мы для него устроим экскурсию по нашему центру, мы заведем его в мечеть, покажем ему мягкий ковер, покажем ему, в какую сторону молятся мусульмане, сколько нас здесь собирается, пригласим его на нашу общую молитву в пятницу. В принципе, каждый, кто был у нас, он остался только доволен. Даже для немусульман у нас есть специальные курсы арабского языка и исламской культуры, воскресные курсы, которые проходят в течение года. Мы выпускаем десятки людей с базовыми знаниями арабского языка. И они навчаются? Да, они учатся, их обучают наши студенты, волонтеры, арабы. То есть они получают арабский язык с первоисточника. Исламскую культуру читают имам, а также председатель нашей общины, который является историком. В общем, атмосфера, которая создается у нас, довольно-таки дружелюбная и такая располагающая каждого человека, кто хочет прикоснуться к этой культуре. Для християн є таке явище, ну, щоб там людина стала християнином, брала віру, її хрестять. Там хрещення там у дитинстві або там більш старшому віці, ну, різні течії. Як ця ситуація, щось схоже ритуал на хрещення, існує у мусульман? І ви казали, що мусульмани визнають пророків інших там іудеїв, християн, така людина, як Іоанн Хреститель. Як він існує у мусульман? Ви не визнаєте, чи це особливо, наприклад, ну, іудеї його, я так розумію, не особливо визнають. Християни його визнають і святкують за ним свято. У мусульман яке ставлення до Іоанна Хрестителя? Ну, Іоанн Хреститель, наскільки ми знаємо, він упомянут в Корані, ім'я його Яхья. Тобто він визнається. І ритуал, схожий до хрещення, присутній у мусульман, як він відбувається. Тобто людина прийшла і хоче сказати, я хочу там бути мусульманином. Хрещення, мусульманізація, як це проходить? Да, конечно, подобный ритуал, он существует.
связан он непосредственно с младенцем, не со взрослым человеком. Потому что если рождается младенец, то есть в исламе, в мусульманской семье, то по обычаю, который заповедовал пророк Мухаммад, мир и благословение, прочитать ему в правое ухо азан, а в левое икама. Азан – это, как мы знаем, тот призыв на молитву, который читается со всех мечетей муадзином, который призывает на молитву. Так вот, семья приходит вместе с ребенком, и имам становится и читает этот призыв в ухо, в правое ухо этого ребенка, после чего такой же самый призыв икама, только в быстром темпе в левое ухо. Почему? Потому что основа в жизни каждого мусульманина – это его молитва, намаз, пятикратная молитва. Вот, и с этого должен начинать жизнь даже ребенок. То есть он должен услышать слова молитвы из уст имама. И это является своего рода таким крещением или прививанием его к вере. А что касается взрослого человека, то если человек приходит, чтобы принять веру, его обряд немножко другой. То есть ему должны рассказать, имам рассказывает 5 столпов ислама. Что такое 5 столпов? Это свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и пророк Мухаммад, его раб, посланник. Это обязательная пятикратная молитва, которую должен совершать мусульманин каждый день. Это пост в месяц Рамадан раз в год и паломничество в хадж, которое он должен совершить раз в жизни в Мекку, и закят, милостыня, которую выплачивает богатый мусульманин в пользу бедного. Вот эти 5 вещей святые, которые... Бедного обов'язкового мусульмана чи бедного не обов'язкового мусульмана? Выплачивает, обязан выплатить богатый в пользу бедного. Мусульмани. Тому що, наприклад, там у Саудовській Аравії там бідних мусульман знайти, ну можна, вони там всі мусульмани. Ну у Дніпрі не так, там не можна сказати, що людина бідна, вона обов'язково мусульман. Тобто їх тут набагато менше. Тобто ось цю допомагати можна не обов'язково мусульманам. А є в Корані описані 7 статей, по яким розходяться ця допомога. І серед них є одна стаття, це не мусульмани, да. Можна. Да, можна. Тобто... И принимает ислам, человек свидетельствует в присутствии свидетелей, что он верит в Бога, единого Творца Аллаха и в пророчество пророка Мухаммада, поднимая указательный палец правой руки. Это происходит у нас довольно часто, и даже вот в пятницу, в ближайшую пятницу, также будет, уже мы договорились, придет человек для принятия ислама, и в пятницу также будет крещение у нас. Тобто приток верующих є? Да, конечно, есть, и с каждым годом їх стає все більше і більше. Ви сказали, що однією з 5 стовпів ісламу є паломництво до Мекки. Да. Мекки. Ви сповідуєте іслам, ви вже їздили на хадж у Мекці, були чи плануєте? Да. Слава Богу, звісно, в моїй житті вже предоставився мені цей шанс. Я був, совершив паломничество. Як це? Ну це ж туди, там не один-два людина, там багата, велика кількість людей. Там 3 мільйони паломників. Як вони там взаємодіють? Це ж ну, это обмежена площа. Ви знаєте, я вам так отвечу. Когда приїжджає мусульманин з паломничества, і його друзі, знайомі спрашують його, ну як там, то один і той же ответ завжди. Узнаєш, коли сам з'їздиш. Нужно посмотреть. То есть невозможно описать ту атмосферу, в которую ты окунаешься. Вы представьте себе 3 миллиона паломников со всего мира. Разный цвет кожи, разные языки. Даже нет такого паломника, который вернулся из хаджа и не заболел. То есть он заболеет либо в хаджа, либо после хаджа у себя дома. Почему? Потому что многочисленные штаммы вирусов, которые там есть, также не готов ни один организм принимать их, поэтому все болеют. То есть это одни из прелестей хаджа. Это знакомство, общение с верующими со всего мира, умиротворенность, когда нет в Мекке, в этом благословенном месте, никаких развлечений, ни музыки, там, ну, ничего, что могло бы отвлекать верующего. Это большая святыня, в которой ты находишься, в которой ты несколько дней молишься, совершаешь определенные обряды по обрядам пророка Авраама, стоишь на горе Арафат, облачен в белые одежды. Арафат?
Арафа, да, это Арарат, Арафат. Да, Арафа. И когда ты возвращаешься из хаджа, как это сказано в одном из хадисов пророка Мухаммада, благословение, как будто бы тебя заново родила мать. На самом деле это эффект случается с каждым человеком. То есть он находится 10 дней, 2 недели, он отдан Всевышнему Творцу, он просит прощения, он это своего рода исповедь перед Богом за жизнь, которую он прожил, и он хочет изменений, хочет прощения, он хочет рая, и одновременно этого хотят 3 миллиона людей. Поэтому то атмосфера и ощущения, они действительно непередаваемы. Хадж, він же в окремий період здійснюється, да. Не протягом усього да, року. Так, звісно. Тобто не може кожен, кому, так сказати, прийшло в голову зараз поїхати в Мекку, завершити хадж. Ні, це не туризм. Це обряд, який чітко прописаний в священному писанні, починається в определенний місяць, в определенний день і закінчується так же. Там треба записуватися, чи приїхав і вам раді? Процедура хаджа доволі таки така об'ємна, вона не складна. Но она строгая. То есть, в том плане, что вас все запишутся мусульмане, их там миллиард да. по свету, и все съедутся. Но это будет не сможет никто. Естественно, существует система квот, которая Саудовская Аравия распределяет среди стран. Например, в каждой арабской стране есть порог посещения хаджа. Начинается он с 60 лет или с 50 лет. То есть молодой человек в 30-40 лет не сможет совершить паломничество. Почему? Потому что желающих все население, они мусульмане, и все желают. Например, в отношении Украины намного легче. Саудовская Аравия, посольство выделяет нам 200, 300, 500 квот из тех, в принципе, кількості віруючих мусульман. Не количество віруючих, а желающих. Тобто вони примерно моніторять, постійно знають, скільки хочуть їхати. Тобто вся ця процедура осуществляється строго через посольство. То, якщо українець вірує в Аллаха, сповідує іслам, він може без особливих проблем поїхати. Естественно. Да. І таке наприкінці прохання, напередодні Дня Незалежності виходить наш ефір. Які побажання у вас є до українців напередодні свята Незалежності нашої держави? У меня обращение, желание и поздравление всех украинцев, наших соотечественников с Днем Независимости Украины. Конечно, самое главное желание – это чтобы мы не отчаивались в нашем будущем, невзирая на то, что происходит у нас на Востоке, на Юге, невзирая с новыми изменениями в политике и нашего отношения к ним, давайте быть украинцами, давайте любить нашу Родину и отстаивать ее независимость каждый, как может, начиная с малых лет и кончая конца своей жизни. Да, спасибо, было дуже цікаво. Вам велике спасибо, що знайшли час і ми поспілкувалися. Сьогодні в гостях у нас був Едгар Девлікамов, заступник муфтія Духовного управління мусульман України УММ, імам мечеті Ісламського культурного центру у місті Дніпро. На все добре, до побачення.